Мне что-то вы сегодня, Боря, не нравитесь. Да, у меня неприятность. Фотоаппарат украли. Смена 2. Аппаратик дешевенький, но жалко. Как вас понимать? В прямом смысле. Открыл чемодан, а его нет. Вы в милицию заявили? Почему? Не хочу. Волокита начнется. Соседи таскать будут. Ну, глупости какие, а? Кто же это мог украсть? Да нет, соседей ваших я знаю. Солидные люди. Они не могли пойти на такое. Как вы думаете? Вы что, не здешний? Приезжий. В гостинице в 36-м номере живет. Понимаете? Нашли у кого красть? У него и так денег нет. Да не в этом дело. Обидно. Видики тут хорошие. Так хотел пощелкать.